Время суток, дамы и господа. Вы на канале Картина ТВ, вопросы и ответы, и я ее постоянный ведущий и автор Юрий Тенман. Поводом для сегодняшней программы вновь послужил мой звонок в техническую службу «Картины ТВ». Я поинтересовался у наших техников, какие вопросы чаще всего вы задаете и что вас больше всего волнует. И они мне ответили, что наиболее частый вопрос, который волнует вас, это проблемы, связанные со скоростью интернета и с падением этой скорости. И вот в этом во всем мы сегодня попробуем с вами разобраться. Я буду делать ссылки, которыми буду вас отправлять по конкретным вопросам, которые будут возникать во время этой передачи. Поэтому посмотрите на ссылки внизу, и там будут появляться ролики, я их буду также выставлять, которые будут конкретно уже технически отвечать на то, как сделать или как решить там с помощью чего-либо ту или иную проблему. И мы с вами попробуем разобраться и найти тот путь, который, естественно, окажется лучшим и самым приемлемым для вас. Будем пытаться соблюсти принцип, который я всегда рекомендую своим клиентам, и он, наверное, правильный. Будем исходить из ситуации и, как говорится, будем получать максимальную пользу минимальными средствами. Поэтому будем искать те пути, которые окажутся наиболее эффективными и, возможно, не потребуют каких-то особых затрат. Для начала давайте разберемся со скоростью вообще, почему есть эта проблема, как она выглядит. Итак, как врачи будем действовать по принципу. Сначала разберем симптомы болезни, а потом поймем, как ее лечить. Прежде всего хочу сказать многим из вас. Я знаю, не первый раз, вот сам в Картине ТВ работаю дилером, очень часто люди начинают звонить мне или звонят в технический отдел с претензиями непосредственно к Картине ТВ. Ах, вы такие сякие, у меня что-то вот не так работает, у меня почему-то застревает, залипает телевидение, исчезает куда-либо качество. Друзья мои, давайте все-таки, как говорили когда-то на Руси, борщ отдельно, мухи отдельно. Давайте разберем ситуацию, ну, с позиции здравого смысла. Конечно, обидно иногда слушать обвинения в сторону Картины ТВ, если проблема это явно не нашего телевидения. И так же глупо, как, например, если вы вдруг говорите о том, что у вас есть проблема с холодильником и предъявляете к нему кучу претензий, и при этом у вас в доме отсутствует электричество. Конечно, ясно, что он работать не будет. К сожалению, мы сильно зависим от интернета. Как вы понимаете, у нас IP-телевидение, и интернет – это основной источник, от которого мы работаем. И если есть какие-то сбои, падение скорости, бесспорно, вы это чувствуете. Но давайте все-таки расставлять точки над «и». Итак, в чем признаки неправильной работы интернета? Дело в том, что при любом падении, конечно, наши приставки мгновенно реагируют. Многое зависит бесспорно от того, как она подключена, каким способом, по воздуху или по шнуру. Также многое зависит и от самой приставки. Ясно, что последние компьютерные приставки последних моделей, такие как Eva, такие как Duna X, это современные приборы, которые в состоянии работать на минимальных каких-то потребностях интернета, и они работают лучше, бесспорно. Но в принципе интернет такая штука, которая может повредить любому, даже очень здоровому устройству. Так вот, дело в том, что прежде всего симптомом является то, что у вас в левой части экрана сверху появляются часики, которые останавливается картинка или вообще становится черной. Часики стоят, и главное, не набирается буферизация, которая у вас стоит. Или вы видите, что она идет крайне медленно. Это говорит о том, что интернета вам не хватает. Это у тех, кто имеет приставку Duna. У тех, кто имеет приставку на платформе Android Kamiga, у них возникает другая картина, у них появляется два кружочка на экране, в центре которой крутится, и вот пока идет эта загрузка, у вас все стоит, висит, липнет или разваливается на кубики.
Что с этим делать и почему это происходит? Я объясню это для тех, кто не понимает, для того, чтобы вы поняли, что проблема это в принципе не наша, а проблема общая для любой страны. Кстати, как ни странно, и я потом объясню почему, в меньшей степени она касается Российскую Федерацию. Но это исторически, и там очень интересно, из-за чего это происходит, почему у них намного стабильнее интернет работает, чем в других странах. Но вот в остальных странах я не стану говорить за Европу, поскольку я там не живу, и мне трудно разбираться, так ли построен интернет в Европе или нет, но на примере Соединенных Штатов мы попробуем разобраться в этой проблеме. Когда вы приходите покупать интернет к вашему провайдеру, то в 99 случаях в Соединенных Штатах Америки у вас нет выбора. Дело в том, что интернет монополизирован и очень сильно компаниями-гигантами, которые оттяпывают себе часть вашей территории. И если они уже проложили кабель в ваш дом, то вряд ли они допустят кого-либо еще, чтобы какая-то компания-конкурент проложила также к вам кабель. Поэтому понятно, что конкуренции нет, а это создает, как всегда, какие-то возможности для того, чтобы с интернетом играться. И с ним, давайте говорить откровенно, очень серьезно играются. Даже такие большие, серьезные компании-гиганты. Но почему это происходит, это тоже объяснимо. Ведь интернет – это штука, которую надо разделить на каждого. И она очень индивидуальна. Интернет – это не то, что всем в дом дали 110 вольт, и всем эти 110 вольт пришли. Интернет идет отдельно, даже не в каждую квартиру, а каждому отдельно взятому источнику. Вот если у вас дома две приставки, то каждая приставка в принципе получает свою долю интернета. Они могут сильно отличаться. Поэтому, когда мне звонят люди и мне начинают говорить, что у меня у соседа все работает, то я все время задаю один и тот же вопрос. А при чем здесь сосед? У вас в разных комнатах может быть совершенно разная ситуация с интернетом. Как все это построено? Вот представьте себе огромный снежный комок, который бросается непосредственно на город. А город, он разный. Есть микрорайоны, где стоят огромное количество небоскребов. Они довольно скучены, там живет большое количество народу. И понятно, что когда приходит прайм-тайм, когда в воскресенье или в субботу вечером люди возвращаются домой, там из гостей, с работы, возвращаются где-то 7-8 вечера, и в этот прайм-тайм люди, естественно, сегодня все любят игры, все любят узнать новости, посмотреть какой-то YouTube, и люди заходят в интернет, и в этот момент они одновременно включают все свои компьютеры. А интернет должен быть разделен на всех, и этот снежный комок разлетелся на маленькие кусочки. Если кто-то живет в отдельно взятых домиках в небольшом спальном районе, ситуация с интернетом у них, скорее всего, будет лучше. Но здесь тоже многое зависит от политики компании. Ведь компания понимает, что в этом районе живет меньше народа. И значит, им можно дать меньшую долю интернета, а большую бросить на большой микрорайон со множеством жилых домов или помещений, да? Так вот, дело в том, что весь этот комок разлетелся, все уселись в интернет, и скорость интернета, соответственно, сократилась. Она падает иногда вдвое и даже больше. И вот здесь возникает первый вопрос. Стоит ли поднимать скорость интернета, доплачивая интернетным компаниям? Бесспорно. Они этого от вас ждут. И довольно часто специально понижают в районе вечерами или в прайм-тайм, или в праздники, когда они знают, что люди как раз и хотят посмотреть интернет и воспользоваться им в большей степени. Они специально ее понижают и ждут от вас звонков. А не можно ли нам поднять скорость интернета? Бесспорно, можно. Но это ввергает вас в ежемесячные расходы. Стоит ли это делать? Скажу прямо, если у вас есть лишние средства, бесспорно, это может быть выходом из данной проблемы. Почему? Вот давайте разберем, я даже специально, вот сейчас покажу вам специальный график, который нарисовал для вас. Вот представьте себе, что вы пришли в компанию интернетную, которая предлагает вам 30
мегабит в секунду за интернет. Мы с вами знаем, что для того, чтобы наше телевидение прекрасно работало, вам достаточно иметь 4 мегабита в секунду для того, чтобы работали каналы HD. Или 2 мегабита для того, чтобы работали обычные каналы. А теперь представьте, что при 30 у вас огромный запас. И если скорость упадет вдвое, у вас будет 15. И вам не важно, все равно она будет больше, чем 4. И вам эти падения вверх-вниз, они совершенно никакой роли не сыграют. У вас есть огромный так называемый рум, в котором вы находитесь, и вам, что шторм, который идет где-то сверху, и там штормит 8 баллов на глубине 15 метров, он вам совершенно ничего не меняет. Но теперь представьте, что вы приобрели интернет дешевле, и они вам изначально дали 12, а скорость упала до 6. И вот пока она находится на пределе 6, у вас все в порядке. А здесь включились еще какие-то квартиры, подключились новые пользователи, скорость еще больше опустилась и упала до 3,5. А вы смотрите канал, допустим, Россия HD, и у вас, соответственно, все стало разваливаться. У вас либо испортилось изображение, зависит от настроек, либо вообще оно остановилось, появились часики, и вас начинает раздражать. Кто-то из интернета вышел, где-то они чуть-чуть добавили скорости, у вас опять все заработало. И вот эта чехарда у вас продолжается весь вечер. Утром вы мне звоните и говорите: у меня такой ужас, я вчера не мог смотреть телевидение совсем, что происходит с картиной ТВ? С картиной ТВ ничего не происходит. И если сейчас утром вы включите ваш телевизор, люди находятся на работе, огромного количества пользователей в данную секунду в интернете нет, у вас интернет шикарен. Я говорю, что произошло падение интернета, и вы, соответственно, набираете номер телефона и звоните в интернетную компанию. У вас есть повод ругаться, но у вас нету шансов выиграть процесс. Почему интернетные компании поступают исключительно хитро? Когда вы им звоните, и я это делал неоднократно, когда вы им звоните и говорите, что происходит, я проверяю скорость, она у меня 3,5, 2,8, мне недостаточно для того, чтобы жить с такой скоростью, я вам плачу за 15. Почему вы мне даете 2,8? И их ответ логически совершенно правильный, но он вас просто выводит из себя. Они вам утверждают, что стоп, секундочку, мы вам никогда не обещали 15 мегабит. Мы вам обещали до 15, 2,8, это до 15? До 15 вы не можете ничего сделать, и в суд вы не подадите. Когда я вам говорил, что в России ситуация чуть-чуть другая, я как раз и имел в виду то, что происходит именно в Российской Федерации исключительно из-за исторически сложившейся так ситуации. В России вопросы решаются на другом уровне, а не через суд. И я когда жил с 10 по 13 год в Российской Федерации, то у меня был потрясающий устойчивый интернет. И если я платил за 15, у меня всегда было 15. Мне никогда не давали больше, потому что Россия так устроена. Тебе на халяву ничего не дадут. 15 оплатил и 15 дают. Но никогда не давали меньше, потому что знали, что по российской традиции большинство людей не обратится в суд, а просто придет разбираться на кулаках, и это компаниям и представителям компаний явно невыгодно. Поэтому в России интернет очень хорошо поставлен. Мне там очень нравился интернет. А вот у нас на Западе, в данном случае в Соединенных Штатах Америки, все не так. Но бороться с этим можно. Итак, первый способ борьбы. Для начала надо прояснить точно ситуацию. Что происходит у вас с интернетом? Когда вы мне звоните утром или обращаетесь в технический отдел с утра, многие думают, что он не работает вечером или ночью. Друзья мои, технический отдел в картине ТВ в Германии работает 24 часа в сутки. И
круглый год без исключения. Любые праздники от Крисмаса до Дня Независимости, неважно, все равно все будет работать. Обращайтесь в любую секунду. Если у вас проблема, как вы понимаете по симптомам, то есть часики сверху, если у вас разлетается картинка на кубики или просто становится отвратительное качество, то это явная проблема падения скорости. Вот мой вам совет, если вы уже и решились в данном случае позвонить в технический отдел, то звоните прямо сейчас и немедленно, потому что через 15-20 минут ситуация может кардинально измениться, и технический отдел уже вам не поможет, потому что, как говорят врачи, болезнь хорошо лечить тогда, когда есть симптом болезни, а не тогда, когда вы на утро о них уже рассказываете. Поэтому всегда реагируйте быстро. И мой вам совет, если такая картина у вас возникает, прежде всего включите ваш компьютер. Вот мы сейчас с вами включили компьютер, и мы с вами заходим вместе на интернет, мы с вами вводим вот здесь сверху в так называемой адресной строке. Обратите внимание, вводим вот здесь, не вот здесь в поисковике, потому что если вы здесь введете в поисковике, у вас откроется совсем не то, что нам нужно. Там тоже можно найти, но не будем делать лишних движений, заводим вот сюда. Если у вас здесь что-то набрано, какая-то страница, вы делаете highlights. Видите, так называемый highlight, ставим курсор в конце и кликаем два раза. У нас становятся синими все надписи, и теперь мы их можем стереть. И мы с вами вводим название «Картина ТВ». Обратите внимание, только «Картина .тв». Не «Картина .тв.com», а вот именно, смотрите, «Картина», у меня она уже высветилась, видите, «Картина .тв». И две буковки ТВ. Только этот сайт является официальным настоящим сайтом «Картины ТВ». Мы набрали и нажали Enter. И мы с вами попадаем на страницу официальную «Картины ТВ». Здесь мы с вами видим кнопку меню. Вот она, видите, где в правом углу, где у меня сейчас вот есть меню. И если мы надавим тест скорости, у нас есть предложение по всем 7 серверам, которые есть у «Картины ТВ». 3 сервера находятся в Европе, 3 в Соединенных Штатах Америки и 1 на Востоке. Так вот, вам надо выбрать тот сервер, который территориально находится ближе всего к вам. Поскольку я во Флориде, я выбираю сервер East Coast, и вот сюда на стрелочку я давлю левой мышкой и получаю ответ. Заметьте, сейчас у меня скорость 18.685 мегабит в секунду. Это очень хорошая скорость, но я отлично понимаю, что сейчас я мерю скорость на компьютере, а компьютер у меня подключен шнуром, так называемое LAN-подключение. То есть у меня непосредственно от модема к компьютеру проходит так называемый шнур Cat5, который соединяет компьютер с модемом, и я напрямую, без каких-либо потерь, получаю интернет. Заметьте, я таким образом, вот как сейчас я здесь проверил, могу проверить все сервера, я могу проверить, например, USA North, и посмотреть, что там, возможно, скорость лучше. И видите, что значит два разных сервера в одном регионе, но показывают разную скорость. Этот показывает у меня 18, ну, чуть больше 18,5, а здесь чуть больше, чем 32. Естественно, сейчас для моей приставки лучше выбрать USA North, что я, конечно, и сделаю сейчас, когда в нее зайду. Те, кто находится на восточном побережье, они выбирают, как правило, либо North, либо East, а вот те, кто на западном, выбирают, соответственно, West, это там, где Калифорния. Но, в принципе, по Европе вы тоже можете выбирать, если вы где-то Санкт-Петербург, Москва, то вы выбираете, наверное, South, а так, в принципе, можно выбрать потому, в какой части Европы вы находитесь. Но давайте теперь сравним то, о чем я вам говорил, что интернет в квартире может быть разный. На компьютере мы видим цифру 32 и 18, да, чуть больше. А теперь представьте на секунду, что произойдет, если
я промеряю скорость непосредственно на приставке. И для этого мы нажмем на домик или на кнопку топ-меню в зависимости от того, какой у вас пульт. Мы с вами видим квадраты, мы уже с ними в принципе знакомы, и мы уходим налево или направо. И смотрите, видите, мы в любую сторону можем идти, пока мы не увидим квадрат с синим пазлом и снизу надпись «Приложение». Мы выставили его в центре, и мы нажали на Enter. И у нас появились новые квадраты, где последним стоит квадрат «Браузер». Мы заходим в него, то есть давим Enter, выбрав его, и ждем, пока загрузится страница непосредственно картины TV уже на нашей приставке. Снизу вы видите, у нас идут, соответственно, сервера, и мы уходим вниз. Видите, вроде ничего не случается, я давлю на кнопку, но вот первый квадратик у меня загорелся Европа Саус. Я и ухожу еще ниже, и таким образом я иду совсем вниз, и вот у меня нижние появились. И вот я выбираю USA East Coast. Я выбираю его, и тогда я давлю на кнопку Enter. И мы смотрим, что мы с вами видим. И вот у нас с вами идет проверка по воздуху, непосредственно к приставке. И вот обратите внимание то, о чем я вам говорил. У нас на искусстве скорость была 18 по шнуру. И одна квартира, один модем, совершенно вроде бы одинаковые условия и расстояние до модема, всего лишь одна стенка. А тем не менее скорость с 18 упала до меньше, чем 4. И если я сейчас буду смотреть каналы HD, то у меня уже, в принципе, на этом сервере может возникнуть проблема. Тем более, что если скорость упадет еще чуть-чуть. Давайте теперь проверим скорость на Норсе. Мы выбираем USA North и опять давим Enter. У нас с вами была скорость 32, а стало 7,5, да? А вот теперь посмотрите, 7,5. Влияет на меня как-то это падение? Нет, потому что у меня было 32, осталось 7. Но это все равно больше, чем четверка, и я по-любому могу совершенно спокойно, беспроблемно смотреть телевидение. Но вы видите, насколько существенными падения могут быть исключительно из-за того, что у нас с вами выбрано воздушное подключение по Wi-Fi или по проводам. Вывод: по проводам всегда лучше. Как же быть в такой ситуации? И есть ли возможность как-то обойтись без шнуров? Да, есть. Сейчас мы с вами об этом поговорим, но прежде чем начать этот разговор и рассказать вам о современных возможностях решения данной проблемы, я хочу вас вернуть к тому, с чего мы с вами начинали. Помните, я вам говорил, что проверять скорость нужно всегда по-разному. И вот посмотрите, мы с вами проверили скорость по Wi-Fi, мы с вами проверили скорость непосредственно по нетворку, то есть по шнуру, да? А теперь давайте я вам покажу, что произойдет, если мы с вами проверим скорость непосредственно на сайтах, которые вам предлагают для проверки вашей компании. И вот мы с вами выходим в интернет, в обычный, и заходим на сайт, сверху набрав, как и положено, speedtest.com. .net. Это тот сайт, который чаще всего вам рекомендует в Соединенных Штатах Америки любая компьютерная компания. Вот мы вышли сюда, они говорят, проверяйте всегда скорость на speedtest.net. Дело в том, что источники эти расположены буквально в каждом районе, даже иногда в микрорайоне, и здесь очень легко проверить скорость ближайшим источником. И мы с вами давим, видите, на кнопку Go и проверяем скорость интернета. И сейчас посмотрим, что же она нам покажет. Обратите внимание, у нас было 32 по шнуру и всего лишь 7 было по воздуху. А сколько мы с вами увидим, если мы с вами проверим скорость непосредственно не с картиной TV, а непосредственно мы с вами проверим с ближайшим сервером, откуда и будет производиться проверка. 56.48. Поэтому, когда вы им звоните, они говорят, да у вас прекрасная скорость 56. Вы им говорите, что, ребят, меня не интересует скорость с вами, меня интересует скорость с теми источниками, от которых я получаю сигнал. И я вижу падение
сумасшедшая, поэтому давайте разбираться. Потому что сейчас, конечно, какие проблемы? 56-48. Ну, это понятно, что хорошая скорость, но она совершенно не объективная. Поэтому отсюда мы выходим и решаем проблему по-другому. Для этого вам нужно отправиться в магазин электроники или зайти на интернет, тот же eBay или куда-либо, и приобрести вот приблизительно такую вещь. Это Nedger, прекрасная коробочка, которая обладает, здесь вот нарисовано, двумя приборами внутри. Стоимость ее может быть различная. И я вам скажу, что это не слишком дорого. Например, это намного дешевле, чем покупать лишний интернет. Потому что за лишний интернет вы будете постоянно доплачивать. И из месяца в месяц будет ситуация все ухудшать и ухудшать общий годовой бюджет. А вот эта штука берется всего один раз. Стоимость ее не столь и велика. У нас в Соединенных Штатах вот эта последняя модель, которая называется Powerline 2000, стоит у нас в Соединенных Штатах $109 плюс такс. Я не знаю, сколько она стоит в Европе, я знаю, что они тоже есть. Там наверняка они сделаны под другие розетки, потому что у нас разная система подключения. И под другое электричество, но суть у них всегда одна. Как они работают? Итак, друзья мои, давайте посмотрим, что собой представляет вот эта вот коробочка. Мы ее с вами вскрываем и заглянем внутрь, посмотрим, что же там такое, я вас научу всем этим пользоваться. Это невероятно просто устанавливается, установить ее в состоянии любой, вам не нужны специальные какие-то специалисты, которые к вам придут. Но здесь есть технический паспорт, даже с быстрой установкой. Сейчас нам не нужны никакие паспорта, потому что мы с вами, естественно, вы со мной, и мы с вами все посмотрим. Видите, вот они вот такие вот большие, вот действительно... приборы, их здесь два, как вы заметили, и два провода идет к ним. Значит, размер этих приборов может быть разный, как и цена. И мы с вами видим в данном случае, что здесь действительно у нас стоит Powerline 2000. Это самая мощная на сегодняшний день система. То есть, если мощнее, сегодня нет. Но они есть и по 500. Здесь можно увидеть цифру, можно увидеть цифру здесь 1000. Значит, нет смысла переплачивать лишние деньги. Дело в том, что нужно просто повнимательнее присмотреться к помещению, в котором вы живете. Если у вас нужно перетаскивать интернет с этажа на этаж, если у вас огромное расстояние, если вы сами видите, что оно большое, то, конечно, чем мощнее вы берете систему, тем лучше. Но если у вас проблема там буквально через комнату или в комнате расстояния небольшие, вы смело можете взять 1000, и она будет стоить дешевле, где-то в районе $80. И, ну, правда, разница не такая большая, поэтому, наверное, имеет смысл брать большие. Обратите внимание, что они совершенно одинаковые, что одна, что вторая. Но они могут нести совершенно разные функции. Каждый из них может быть как передатчиком, так и приемником. И в данном случае у нас есть два шнура. Размотав шнур, мы, соответственно, вставляем в любое гнездо. У нас их здесь два. Мы вставили в гнездо, и вот этой частью мы должны, естественно, подключиться к питанию, то есть воткнуть ее в розетку. Будьте внимательны. Лучше всего вставлять и включать ее в чистую розетку. Старайтесь не подключать эти штуки к различным удлинителям, адаптерам различным, каким-то сетевым, которые сохраняют вам электричество или что-либо еще. Вот эти серые с кнопочками, с красными, с клавишей отключения, отбойки там от электричества, нет смысла, вы потеряете часть интернета. Поэтому самое правильное решение – это воткнуть ее в одну из розеток. Четко, если у вас она розетка, как правило, в Соединенных Штатах всегда на две, вы втыкаете ее в нижнюю, а верхняя у вас остается для того, чтобы в нее уже воткнуть какой-то тройничок, удлинитель или еще что-либо, для того, чтобы дальше уже можно было воткнуть в электрическое и подключить питание к электрическому, например, телевизор, приставку и приставку, допустим, местного domestic телевидения. Вторая приставка точно так же втыкается шнур в любой
в любое гнездо, и вот у вас приставки готовы. Что остается нам с вами? Нам с вами остается подключить их и разобраться, какая же будет передатчиком, какая будет приемником. Абсолютно без разницы, что одна, что вторая может быть и тем, и другим. Но одну вы включаете непосредственно поблизости к телевизору, и вот это вот, этот конец вы втыкаете непосредственно в приставку. И вот у нас непосредственно приставка, и здесь одно единственное гнездо, в которое вы можете его включить. Поэтому все, что вы делаете, вы его соединяете, это шнур с приставкой. Все, сейчас у вас приставка включена по шнуру, уже больше нет подключения по Wi-Fi. Второй ваш прибор вы вставляете непосредственно в ближайшую розетку рядом с вашим модемом. И вот этот второй конец вы подключаете в одно из гнезд, там, как правило, 4, как правило, они либо желтые, либо белые, либо оранжевые, и вы втыкаете непосредственно в одно из них. У вас здесь есть индикаторы, 3 лампочки. Когда вы подключаете, у вас сначала надо воткнуть всегда ту, которая включается в интернет, то есть непосредственно вы включаете передатчик, а только потом включаете непосредственно приемник. Так вот, когда вы включаете передатчик, у вас должно загореться 2 лампочки. Вторую вы вставляете непосредственно, когда вы подключаете ее рядом с вашей приставкой у телевизора, то вы увидите, что у вас все лампочки, все 3 индикатора сработали. Опять же, хорошо, если они все 3 зеленые, но если, например, будет 2 зеленые, 1 оранжевая, или даже 2 зеленые, 1 красная, это не страшно, потому что вы все равно поймете и увидите, что все у вас замечательно работает, и телевидение у вас станет работать по шнуру. Срабатывает она в 99 случаев из 100 и работает изумительно. Еще раз замечу, без потери интернета. И поэтому, если мы сейчас с вами видим, что у нас в одной из комнате 15 интернет, а в другой условно 6, то если мы поставим вот эту штучку, то у нас с вами интернет в обоих комнатах будет абсолютно одинаковый и стабильный, что, конечно, здорово. И это решение очень хорошее. Друзья мои, что можно сказать по интернету еще? Пожалуйста, не путайте разные проблемы. Если у вас возникает на экране надпись «Нет подключения к интернету», это не имеет отношения к скорости. Если у вас появляется надпись на экране «Превышено время ожидания IP-адреса», это тоже не имеет никакого отношения к скорости, но это имеет отношение к интернету. И здесь тоже можно с этими явлениями бороться, кстати, даже может быть и проще, и тем более, что это не требует никаких особых затрат. В 99 случаев из 100 эта проблема может быть решена совершенно бесплатно. Как ее решить, мы поговорим в следующей передаче, которая будет так и называться «Что делать, если интернет пропал?». Сейчас я, наверное, на этом нашу программу и нашу встречу с вами завершу. Я думаю, что информация для вас была полезной. Я хочу знать ваше мнение. Пожалуйста, пишите ваши отзывы, пишите ваши вопросы. Я отвечу на любой из них. И мы во всем разберемся, как и всегда. С вами ваш ведущий Юрий Тенман. Подписывайтесь на канал и хорошего вам времени суток. До новых встреч в эфире!